тяжелый матч. Ну, блин, неудобный очень соперник, всегда с ним тяжело играть. Ну, с ЦСКА, наверное, легче было играть, чем с этой командой. Но слава богу, что сравняли и выиграли. В общем, тяжело было очень. Не в плане физически, а в плане соперника. Да, честно говоря, не моя забитая шайба, а команда забила. Ну, как бы, да, там я последний дотронулся, но все работали на эту шайбу, но добил. Пустые ворота там уже были, ребята все сделали за меня. Ну, честно, очень тяжело, конечно, физически вот это оно накладывается. Вроде, ну, не так уж прям явно, но кому как. Мне нормально вроде 5 мячей через день, как бы в тонусе постоянно себя держишь. Ну, на четверку с минусами, я думаю, мы отыграли, там, взяли 3 игры, и то там одну вот, сегодня отдали, можно сказать. Надо было больше. И ЦСКА упустили свою игру. Ну, есть ошибки. Надо над ними работать, чтобы не отдавать просто так очки. Ну, в любом случае, нагрузка, она наслаивается. Не знаю, мне нормально было. Я не ощутил какого-то перегруза или нагрузки. Физически нормально себя чувствую. Да, мне, честно, без разницы, с кем играть. Главное играть и получать игровое время. Слава богу, тренер доверяет. И главное выполнять установку тренера. Все знают, какая установка. Ты делаешь то, что говорит тренер. И, соответственно, вся команда делает во всех звеньях то, что говорит тренер. Ты делаешь это, и все друг друга понимают.